Казахстанские артисты завоевали специальный приз на конкурсе в Польше. В городе Зеленогора прошел старейший в регионе этнокультурный фестиваль под названием Faces of Tradition. Свое мастерство представил и казахстанский коллектив Сарбас Рухы. Мероприятие состоялось при поддержке посольства Казахстана в Польше. Наш корреспондент Шолпан Найманбаева наблюдала за выступлениями. Международный этнокультурный фестиваль в польском городе Зеленогора проводится ежегодно. Традиционно на этой сцене выступают лучшие коллективы со всей Европы. Особенность этого года в том, что впервые за 50-летнюю историю фестиваля зрители познакомились с культурой казахского народа. А представлять нашу страну приехали артисты Сарбас Руха. Музыка великой степи, яркие костюмы и оживленный бой на мечах. Казахстанская команда начала свое выступление с театрализованной постановки. Продемонстрировали участники и знаменитый танец «Кара Жорга». Но больше всего удивил зрителей своим мастерством Ярасыл Адильбеков. Дамбрист виртуозно исполнил кюи великих казахских композиторов и сорвал бурю оваций. Зеспул из Казахстана утешился очень добрым публиком. Команда из Казахстана очень понравилась публике. Зрители были очень довольны. Жюри было под большим впечатлением. Очень интересно были представлены ваши традиции и искусство. Мы очень рады, что артисты из Казахстана участвовали в нашем фестивале. Мне понравилась музыка коллектива из Казахстана. До этого я не видела и не слышала этого. Мне понравились и костюмы, и танцы. Они очень отличаются от европейских. Энергию артистов мы чувствовали даже в зале. Я под впечатлением. Историко-патриотическому клубу Сарбас Руха всего 2 года. Молодой коллектив презентует наши традиции как в Казахстане, так и за его пределами. В Европе же этноартисты выступают впервые. Чтобы попасть на польский фестиваль, они прошли жесткий отбор. Из 75 заявок организаторы отобрали только 6, в их числе и нашу команду. На протяжении 5 дней артисты из Казахстана знакомили европейцев с богатой культурой казахского народа. Жюри конкурса по достоинству оценили профессионализм команды и вручили Сарбас Руха специальный приз фестиваля. Для нас эта награда имеет огромное значение, потому что мы специально готовились для нее. Мы в действительности хотели показать странам Европы свои традиции. Привезли с собой национальные игры, национальные песни, музыку, привезли с собой национальные постановки, театральные сцены, для того, чтобы еще раз глубже ознакомить гостей фестиваля с традицией кочевой цивилизации. Для нас это было очень важно. Я думаю, для многих сегодня зрителей этого региона и также ближайших стран европейских было изюминкой участие нашего ансамбля фольклорно-этнографического Сарбас Руха, потому что они показали совершенно другой колорит, можно сказать, азиатский, евроазиатский. И действительно, они получили, я очень рад, что они получили специальную награду. Помимо Казахстана, в конкурсной программе приняли участие Литва, Словакия, Украина, Польша и Румыния. От разнообразия музыки, танцев и традиций захватывает дух. Как признаются зрители, этот фестиваль культур запомнится надолго. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Польша.